Как вам сегодняшние тесты? Результаты уже успели немножко оценить для себя? Ну, тесты прошли удачно. Посмотрели за всеми ребятами, кто в каком, какие у кого данные изначально. Хотя все ребята, кто находится здесь, мы их прекрасно знаем. Здесь нет ни одного постороннего футболиста. За всеми ребятами следили, знаем их хорошее, сильное качество. Поэтому в целом команда так сбалансирована, и ребята серьезно отнеслись к тесту. Показалось, что новички выглядели сегодня неплохо на сдаче тестов. Как вам? Ваше мнение? Не, ну мы же их тоже, наверное, просматривали, за определенное качество приобретали. Поэтому мы их всех хорошо знаем. Все уже достаточно поиграли, достаточно известны в чемпионате Беларуси. Многие из них бывшие воспитанники и «Динамо» Минска. Вот, поэтому никаких проблем с новичками не будет. Сейчас будут вот товарищеские матчи, и там уже более... Тесты тестами, но важно играть в футбол. Ну как проходит работа в Логойске, расскажите так в словах. Не замерзаете? Как замерзешь? Постоянно двигаемся, работаем, поэтому, конечно, условия суровые, потому что работали там 12 градусов мороза, и... но всю работу выполнили, только начали. Надо терпеть, что поделаешь, потом легче будет.